Ребятули, всем привет! Ой, шумит со всех сторон. Посудомойка шумит. Чайник я поставила, уже хотела ехать, вспомнила, что я себе уже в чашку все насыпала, значит, заварку, сахар, лимон. А потом у меня началось собеседование, потом другое собеседование, и я, значит, забыла. Ладно, посмотрим. Короче говоря, что я вам рассказываю. На днях у меня была встреча с Машей, это с этой девочкой, с которой я тогда познакомилась, когда мы смотреть ходили дом. И она мне говорит, что у нее тоже был отказ по карте, по быту, что она делала, сама апелляцию подавала, потом она делала своей сестре, потом делала подружке, кому были отказы. Она говорит, я знаю, куда надо все отправлять. Она, значит, быстро прислала мне ссылку, говорит, вот ссылка, по ней переходи, вот тут все это заполняешь и все. Я думаю, такая нормально. Потом, значит, я думаю, я говорю, я написала текст и ей прислала. Она посмотрела, говорит, немножко тебе его скорректирую, как надо, и отправишь. Она мне скорректировала текст. Я отправила вчера в воскресенье. Она говорит, жди где-то 2 недели. Если через 2 недели ничего уж он не ответит, отправляй еще раз. Сегодня утром пришло письмо от Ужонда. Ну, я же написала о том, что я Руслан. Руслан я? Я Руслан. Что 10 марта должен был быть ответ. Пришла бумага об этом. А ответа нет. И они мне написали, что наше дело было передано в другой Ужонд, потому что был отказ, и передано было в другой Ужонд. И, значит, и там ниже контакты того Ужонда, где искать, и телефон. И мне, я Маше прислала, показала, она говорит, о, звони по этому телефону, и, говорит, вот форма, куда ты можешь заполнить. Руслан туда, значит, позвонил, он был в очереди 5-й. Он позвонил и назвал номер этого отвалания, номер, ну, этого дела, в общем. И они посмотрели, сказали, да, ваше дело есть. Руслан говорит, когда какой-то ответ вообще можно ожидать? Ничего неизвестно, информации нет. Руслан говорит, я понял, когда очередь дойдет по этим всем делам, да, там до него, вот тогда и будет. То есть мы позвонили, я, конечно, форму ту заполнила, отправила. Я не знаю, придет ли по ней ответ, но во всяком случае мы позвонили и узнали, что там по нашему делу, ну, сказали, что они не знают. Может быть, юристы тоже это делали, но я не могу знать и позвонить, спросить там, расскажите мне, доложите там, какие вы там действия делаете по нашим этим. Буду пить чай. Сейчас я вам покажу продуктовую корзину, которая у меня вышла на 50 злотых. Чтобы вы понимали, что можно купить в Польше на 50 злотых. Ну, не буду говорить в Польше, буду говорить в моем городе. Город Волонин, пригород Варшавы. Значит, булка вот эта, наисвежайшая. Сыр вот такой, Ягна. Колбаса краковская. Молоко вот такое. Здесь фарш из куриной грудки. Я попросила, чтобы мне в магазине его перемололи. Вот. Значит, упаковка соли морской. И хлеб вот такой маленький. Все. Вот это ровно на 50 злотых. Сейчас покажу. Вот это все вот так вот выглядит. Ну, конечно, я взяла сыр хороший, не это самый, подороже, колбасу краковскую, соль морская, булка это только 5 злотых стоит. То есть, вот, в принципе, на 50 злотых сделаю котлет. На завтрак есть булка, молоко есть на завтрак. То есть, это, в принципе, на несколько дней, ну, исключая хлеб, да, маленький. То есть достаточно, мне кажется, по цене нормально. Что думаете вы?